Кухня ЖКХ. Сегодня у нас в гостях уже не исполнительный, а генеральный директор УК «Актив Комфорт», с чем мы его поздравляем, Маньков Максим Павлович. Добрый день. Добрый день. Огромные счета за тепло повлекли за собой негодование жителей, которые они в итоге выплеснули на управляющие компании. Максим Павлович, расскажите, кто все-таки и за что платит, и где граница ответственности? Да, действительно, с наступлением отопительного сезона у жителей, как правило, возникает два вопроса. Это первый, почему так холодно в квартире, и второй, это почему так дорого платим. Вот на первый сразу хотел бы ответить и обратить внимание всех жителей, что задача управляющей компании – подготовить дом к отопительному сезону, естественно, промыть, опрессовать и обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций к потреблению теплового ресурса. Так вот, сама управляющая компания, вот как раз говоря о границах ответственности управляющей компании ресурсоснабжающей организации, не готовит теплоноситель внутри дома, а получает его в таких параметрах, которые он как раз-таки поступает от ресурсоснабжающей организации. Хотел бы обратить внимание в части предоставления коммунального ресурса надлежащего качества, в том числе, как пример, по домам молодой гвардии 41, где было отопление запущено 21 ноября 2020 года, и очень были как раз-таки проблемы в жилых помещениях, люди замерзали, было понимание того, что как раз-таки проблема находится вне сетях дома, а некачественный ресурс поступал со стороны ресурсоснабжающей организации. Был произведен перерасчет, к сожалению, перерасчет очень непонятный в настоящее время для нас и для самих жителей, который составил там за 2 месяца фактически в районе 5 рублей. Обратить внимание жителей и дать им совет в случае, если у вас в жилом помещении холодно, как вам кажется, во-первых, нужно замерить температуру внутри жилого помещения, которая должна соответствовать требованиям действующего законодательства. И второе, обратиться в свою управляющую компанию и выяснить причины низких параметров отопления в жилом помещении. И там уже конкретно управляющая компания доводит до сведений жителей о причинах ненормативных параметрах и принимает меры, на что оно вообще уполномочено только законом, к управлению ситуацией. И второй вопрос, который возникает у жителей, это почему так дорого платим. Стоит обратить внимание всем жителям о том, что начисление производит ресурсоснабжающая организация либо по нормативу, либо по приборам учета, по тем параметрам, которые она поставляет теплового ресурса в дом. Также от управляющей компании в этом плане практически ничего не зависит. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.